Все-таки явно не хватило. Вот результаты этого забега. А новозеландка-то установила личный рекорд. Пусть не намного, но все равно приятно. Ну, вот посмотрите, Алиса Уилсон, американка, которая в первой попытке была неудачной, вот очень хорошо толкнула ядро во второй попытке и вышла на второе место. 16:33. Кенсель во второй попытке 16:66. Тоже хорошо, но хуже, чем в первой попытке. Ну и вот Кенсель, Алина Кенсель, третья попытка, напомню, 17:48, она лидер сезона, и вот сейчас очень-очень далекий толчок ядра. 17:48, это ее личный рекорд, а здесь, похоже, она его улучшает. Да, вот я слежу, 17 метров 58 сантиметров, 10 сантиметров добавляет к своему личному рекорду. Это, естественно, лучший результат сезона в мире среди юниоров. И, конечно, лидерство теперь очень серьезное. У американки метр с лишним, 16:33, 1,25 м проигрывает. Ну что ж, похоже, очень серьезная заявка на победу. Но на дорожке третий полуфинал. В этом забеге очень высокий результат имеет американка Саманта Уотсон, чемпионка США, 2:02.91. Две спортсменки, кенийка Бетти Чепкемой Сигей, 2:03.61, и Виктория Тачинский из Канады, 2:03.58. Вот американка Уотсон. Ну, также две спортсменки, Фобка Нигуси, 2:05.08, 2:05.39 у Йоханны Ариета из Хуаны, точнее, видимо, так, из Колумбии, Хуана Риета, 2:05.39. Ну, португалки Саломе Афонсо, 2:06.05. Ну, посмотрим. Стартовал третий полуфинал. Беги на 800 метров у женщин. Канадка очень хорошо начала бег. Посмотрим, кто выйдет первым к бровке. Вот Виктория Тачинский, канадка, вышла-то, но сбавила скорость. Похоже, в этом забеге будет самое медленное начало. 30:13, и это говорит о том, что могут не попасть по времени никто из этого забега. На 2 секунды хуже бегут финка Салесепя, имеет всего 2:08, и она лидирует. Ну что, ну вот опять, видите, кенийка
бежит по третьей аж дорожке. Ну, выходи уж тогда. Ну и 62.79 на 2 секунды, причем с большими. Ну, в общем, видимо, из этого забега у нас только два человека выйдет. Но финка молодец, продолжает лидировать. Хотя, конечно, трудно ожидать, что она попадет в число первых двух. Ну вот сейчас, видите, к отметке 600 метров Сигей и Уотсон, и канадка Тачинский. Вот тройка сразу убегает, 1.34 с минус 2 секунды остальным забегом. Вот эфиопка отчаянно пытается, но уже большой разрыв, трудно догнать. А кто вот из этой тройки будет в числе первых двух? По времени-то будет очень тяжело здесь войти, хотя, конечно, этот финиш, может быть, третий Киник остается третий. Так, Тачинский, Уотсон очень хорошо финишируют, они в финале. Ну, а Сигей сколько покажет, вот от этого все зависит. 2.04.50 у победителей. Да, боюсь, 2.05.47 проходной пока результат. Ну, набежали хорошо девушки. Второй круг быстрее. Быстрее оказался. 62.79 и 2.04.50. Видите?